Так, а сегодня мы пойдем в уникальный, интересный ресторан, который называется Philips. И выглядит он вот так вот, смотрите. Так, этот ресторан у нас находится прямо на побережье Атлантического океана. Смотрите, здесь парковка специально только для этого ресторана. Птички прямо бегают здесь. О, смотрите. Прямо бегают, да-да-да. Красопетки. И этот ресторан специализируется на морских продуктах. Все морское, только что выловленное. И вот такой вот интересный коричневый билдинг, здание, флажочки. Интересная декорация. Так. И вот мы идем туда вовнутрь. Пошлите. Пошлите, пошлите. Побежали. Смотрите, разбили. Звери. Звери. Так, заходим. Проходим. Такое вот заведение. Пожалуйста, цены 35,99 за человека. Красота какая здесь. И вот, смотрите, я уже внутри. Это вот мой такой заказ. Ну, такая вот красота. О, морепродукты. Да. Морепродукты. Заходите. Да. Приятного всем аппетита. Ой. Так, а это мое второе блюдо. Второй раз в жизни я решила попробовать сырые устрицы. Смотрите. Вот так вот берешь с лимончиком там, со свежим, бац, бац. И всем приятного аппетита. Извиняюсь за шум, здесь очень-очень много народу. И вот такая вот у нас здесь красота. Вот это вот я только что попробовала. Было очень-очень вкусненько. Ну и здесь, пожалуйста, на любой вкус и цвет. А я ищу, боже, напоследок какую-нибудь рыбку с пюрешечкой. Вот такая вот красота. А теперь святое дело — десерты. Что у нас здесь? У нас здесь клубничка в шоколаде, тортики, различные сладости. Так, здесь у нас пошли сиропчики нашему мороженому. Ну и что могу хочу сказать вам. Ресторан здесь очень популярный. Мы находимся в штате Мэриленд. И что? По сравнению с Пенсильванией, это очень-очень дорогой ресторан. Народу здесь очень много. И цены здесь очень даже приличные, хочу сказать. Вот сейчас нам принесли билл. Нам сейчас принесли на 5 человек. У нас в компании 5 человек. И что могу сказать? Могу сказать, что у нас вышел счет на $200. $200 на 5 человек. Напишите мне, как вам. Дорого это или нет? По сравнению с Пенсильванией, нам это дорого. Ну и все, мы уже объелись. Сами налево, пузо направо, и будем уходить. Кто был с нами? Всем спасибо и до новых встреч. Пока. А теперь мы находимся на бодвоке. Это сердце Мэриленда. Сердце Оушен Сити. Город океана. И здесь происходят все летние события, развлечения и всевозможные мероприятия.
И у нас уже вечереет, но все равно продолжаются различные игры, гуляния, как пешком, так и на теплоходиках, пароходиках, корабликах, вот на таких вот летающих штучках, я не знаю, как они называются. Вот бежит кораблик и тянет вот такое вот парашют за собой. Я хотела туда сходить полетать, но со мной никто не хочет идти, представляете? Нет у меня компании туда сходить. Все чикани, все боятся. А я бы сходила. Если кто-то хочет со мной присоединиться, дайте мне знать. И в следующий раз мы встретимся в Ocean City, в штате Мэриленд. А если мы пойдем вот туда, то мы прямо попадем к месту, где происходят разные вечерние развлечения, карусели и всевозможные аттракционы. Также здесь бегают вот такие вот маленькие тролли или автобусики, на которых можно проехаться от начала до конца этого бодвока, потому что он очень-очень-очень длинный. По своему расстоянию я даже не знаю, сколько это все занимает, чтобы от начала пройти до конца. И за символическую цену, мне кажется, это, не знаю, $6. И там еще как-то на несколько посадок или еще что-то, я даже не знаю, точно не уверена. Но вот такие вот бегают маленькие троллики. Так, что-то она прямо на меня как-то свернула. Надеюсь, она меня не задавит. Или они будут выходить сейчас. Идет встречный, смотрите. Идет встречный. У-ху! И поэтому они вот так вот сместились. И вот, один бежит в одном направлении, а другой уже бежит в обратном направлении. Народ бежит, сам занимается. Все спортивные. Погода всех настраивает на хороший, здоровый образ жизни. И вот так вот проходят наши вечерние летние денечки. Пока! Пока-пока! А теперь вечер, и я гуляю по магазинчикам. Вот такой вот, как маленький городок на побережье.
разные магазинчики, сувенирчики и всевозможные принадлежности и одежда для океана. Как маленький городок такой. Моя стихия, смотри. Не обращайте внимания на собаку. Бойтесь владельца. Сланцы. Для собачек все. Морская тематика. Опять разные вывески смешные. Вот эти пьяные люди переходят. Let's go. Так. И куда мы вышли? Мы вышли на на дорогу. Вот такая дорога. А вот там вот океан. Вот он. Вот это все океан. Но сейчас уже 10 час вечера. Темнеет. И плохо видно. Ну вот. Звучит всегда музыка здесь. Очень много народу, смотрите. Вот. Здесь все кипятится, пузырится. Жизнь идет. И никто здесь никогда не спит. Вот это мне нравится. Там, где я живу, в Пенсильвании, у нас там, как одна моя знакомая говорила, как funeral home, как похоронное бюро. Верите, нет, выходной, не выходной, 6 часов вечера, все сидят по домам, на улицах, покой и тишина, как будто город вымер. Кому-то это нравится, но не мне. Ну, вот и все, наверное, сегодня. Это будет завершение нашего дня. Всем спокойной... Ой, всем спокойной ночи! Смотрите, что происходит. Я вообще не поняла, что это такое. Это птицы. Птицы на океане. Это чайки. Чайки. А посмотрите, сколько их много. Смотрите. Вот это да, интересно. Я такого никогда не видела. А, прямо как сходка чаек. Это они кричат? Или это дети на карусели? Дети на каруселях. А что это такое, так много чаек? Это что-то рыбки какие-то всплыли, может быть? Я не поняла. Обалдеть. Вот это да, это чайки. Они что-то ловят. Прямо вот садятся на океан и ловят. Вот это да, такого я никогда не видела. А, супер. Как интересно. Вон там кораблик идет. И чайки. Как будто они светятся, потому что здесь очень много огней с этой стороны. Ха, как интересно. И садятся, и плывут. Красиво так. А течение такое сильное там. Вот это да. Такого я никогда не видела. Интересно. А здесь проходит оживленная дорога. Трафик. 10 часов вечера. Смотрите. Красота. Соскучилась я по трафикам, по большим дорогам. Люди веселые. И птички тоже. Но птички вообще 5 баллов.
Что это такое? Может быть, зоолог какой-нибудь меня смотрит? Расскажите мне, что это происходит с птичками? Птички с ума сошли или это их подкармливают? Ночная кормежка? Most of the day, if I had a new.